Советский Союз, самая недавняя утопия, и, по-моему, многие, к сожалению, в ней еще продолжают пребывать вот, ну, в том виде, в сознании, как она осталась. У меня есть, собственно, такая утопия о мире, где люди живут без насилия, где действительно торжествует любовь не на бумаге, не в каких-то произведениях, а просто в жизни. И нет необходимости бороться за какую-то свою выживаемость там, постоянно, ежедневно, а есть какие-то более интересные как бы дела, и они, ну, и эта идея всем понятна.